меня чуть не убил. Как вам это? Ситуация. Ситуация is very bad. I'm going to покажу, что здесь у нас есть. Правильно? Начнем с ванной. Привет, это я. Вот она такая вот прикольная. Дизайнер работал. Так, большая. Тут душевая кабина. Много полотенец. С этой стороны унитаз. Вот такие зеркала. Вообще места много. Так, пошли дальше. Здесь прихожка. Это автоматически включается свет. Luxury Life. Тут тоже вещи, в общем, не буду показывать. Здесь чайник, чай. Постоянно пополняется каждый день бесплатно. Кофе, сахар тоже пополняется. Бутылка воды теплой. И здесь две бутылки пива Tuborg Gold. Три бутылки 0,5 литров холодной воды. Спрайт, Кока-Кола, Фанта. И еще одна Кока-Кола. Вот эти мы с собой привезли, их здесь не должно быть. И еще одна минераль... две штуки минеральной воды. Тут она с каким-то вкусом вроде бы идет. И два сока по 200 миллилитров. Вот такой мини-бар. Дальше идем. Основная комната. У нас вид на запад. Там красивая гора, сейчас покажу. В общем, вот такой вот красивый, хороший номер. Телевизор. Блин, телек реально большой. Не знаю, сколько здесь. Ну, дюйма 42, наверное, точно есть. Так. Это выглядит со стороны. Здесь вообще можно еще и одну комнату открыть, и будет там типа для детей. Так, ну пошли на балкон.
Оп, какой вид. Такая небольшая терраска, балкон. И вот такой вот вид на горы. Жалко, сейчас дымка, плохо видно. Но я сделаю какие-то красивые фотографии, когда этой дымки не будет. В общем, вид у нас на основной вход. Здесь у нас фонтаны, какие-то кони. В общем, и вот такой гора, такие горы. Thank you.
Нет, стой себя видеть.